одного, то двух дипломатов. Причем так, шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны. Ну, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене. Ответные меры с российской стороны приняты будут. Конечно, людям не надо переживать, но, тем не менее, данная проблема сегодня является актуальной и разрешается в профильном министерстве, в МИДе Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время она получит свое разрешение и ответ.